Дорогие друзья, здесь Томас Ачлар. Я пишу песни для Азербайджана и для азербайджанских зрителей. И многие хотели бы услышать, но не знают, как найти. Вот, я написал подсказку. В любом поисковике напишите «Ярослав Семенов песни», и вы найдете очень много там хороших песен. Я и старые песни возрождаю, такие как «Ядындамы» и «Гэйэцэн нэгэрбэсэн». Жили когда-то мы вместе и не думали никогда, что судьба злодейка захочет разлучить навсегда. Но она ошиблась и не в силах ей никогда. Все равно мы будем вместе, это дружба навсегда. Жители Сумгаита разбросала нас судьба. Сумгаита, но ведь это не беда. Жители Сумгаита, это дружба навсегда. Жители Сумгаита, у нас родина одна. Все прекрасно помнят свой город, где трамваи ходили тогда. И красивый парк возле моря не забудем мы никогда. Было прекрасное время, и город прекрасным был. Все мы дружили вместе, кто в Сумгаите жил. Жители Сумгаита разбросала нас судьба. Жители Сумгаита, но ведь это не беда. Жители Сумгаита, это дружба навсегда. Жители Сумгаита, у нас родина одна. Жители Сумгаита разбросала нас судьба. Жители Сумгаита, но ведь это не беда. Жители Сумгаита, это дружба навсегда. Жители Сумгаита, у нас родина одна. Желаю удачи. Подписывайтесь на мой канал. И самое главное, ссылки пересылайте друзьям, чтобы они тоже смотрели.